Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Спаситель наш Христос. Мы славим Твое всечестное имя. Аллилуйя! И в эту бездну, в это ущелье разврата Ты послал нас, чтобы людям возвестить истину Твою. Боже, милостив, будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Вещества я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, за свет этого нового дня, которого еще никогда не было во Вселенной. И с чем мы предстанем перед Тобою? И человек участь свою решает сегодняшним днем. Ты послал нас в это место, место зла, прелести дьявольской. Скольких людей сюда Ты столкнул, дьявол? Помилуй нас, Господи, помилуй нас и благослови. И сохрани. Благодарю Тебя, мой Господь, и славословлю имя Твое святое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Наведи страх Твой на всех, делающих беззаконие, не знающих Тебя. Хвала Тебе, Спаситель мира. Слава Тебе, милосердный. Аллилуйя. Прости нас и помилуй. Коснись сердец людей, погрязших в беззаконии, в разврате, во лжи, табакокурении и сквернословии. Извлеки их сам, милостью Твоей пронзенной дланью. Найди новые души, Господи. Кто знает Тебя? Ты сам сказал, делающий добро идет к свету, дабы явны были дела его. А делающий злое не идет к свету, дабы не обличились дела его. Слава Тебе! Ты есть свет. Ты, Господи, есть любовь неизреченная и вечная, чистая и премудрая и целомудренная. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, что продлил жизнь до сего часа. И Ты, ангел-хранитель, не покидай нас и в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи души наши по мытарствам, и веди их навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! К Тебе мы прибегаем, Господи. На Тебя надеемся и спрашивай милости Твоей. Ибо время коротко, и кто с чем предстанет перед Тобою? Из этой бездны греха извлеки людей, павших в сети дьявола, в разврат, пьянство, табакокурение, наркоманию, злословие и сквернословие. Господи, не пройди их мимо. Яви им любовь Твою через Сына Твоего Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Господи, пошли добрых свидетелей, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и пробуди души мертвых людей, настав на путь истины, путь правды, мира, любви. Ибо каждому человеку надлежит предстать на суд Божий после смерти, и будет он в аду или в раю, он решает сегодня свою участь. О, какое горе ждет человека нераскаянного, когда дверь этой жизни закроется, когда двери покаяния уже никто ему не сможет открыть. Боже мой, хвала Тебе, слава Тебе, милосердный Создатель! Благодарю Тебя за все милости и щедроты, явленные мне по сей день. Откройся еще многим, Господи, дабы познали Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа на крест Голгофский. Благодарю Тебя, мой Иисус. Слава Тебе, милосердный Создатель. Привет. Не пройди мимо нас. Яви благодать Твою к людям, которые не знают Тебя, Господи. Откройся им,
чтобы души их после смерти не попали в ад, в гиенский огонь навеки. Приведи их к покаянию, ибо Ты из-за них умер и пролил пречистую кровь свою. Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Слава Тебе за все милости Твои, которые мне чесла. Слава Тебе за охрану нашей жизни, за ангела-хранителя, который от самого рождения хранит нас и защищает. Аллилуйя! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он пришел, чтобы спасти нас, но люди распяли Его, они не узнали Сына Божия. Что ожидает этих людей? Господи, не допусти, чтобы мы были противниками истины Твоей, нарушителями заповедей Твоих святых, чистых, целомудренных, вводящих в царство Христа Бога нашего. Слава Тебе! Аллилуйя! Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Господи, благослови патриарха, епископов, священников, паству, и дай им духовное рождение свыше, и водительство Духом Святым. Господи, коснись сердца правителей, найди их, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана, где война идет. Устраши их, и через них сотвори милость церкви Твоей. Господи, все еще мирное время, но Слово Твое говорит, весь мир погрузится в убийства и в войны, и это где-то совсем рядом. Господи, слава Тебе за этот великий день, которого никогда не было во Вселенной. И кому мы сможем возвестить? Вот люди здесь, которых дьявол столкнул в пропасть лжи, прелюбодеяния, сквернословия. Яви им любовь Твою, Господи, пошли добрых проповедников, которые свидетельствовали бы им об истине. Ибо всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Слава Тебе! Ты великий и грозный Бог, но Ты есть и любовь, и охрана, и защита. Ты даешь дыхание человеку, дал землю, небо, звезды, луну, и всякое творение, и всякие злаки на пользу человеку. Это Ты, Твоя любящая рука, наш Бог. И как можно не славить Тебя? Мы окружены любовью Твоей со всех сторон. И зимою каждая снежинка поет Тебе славу. И летом каждая капля дождя славословит Тебя, нисходя с небес на поля, которые произвращают злак, полезный для тех, кто посеял его. Аллилуйя! Мы просим Твоей милости для Израиля, мира, России, Украины, Сирии, где война идет. А нас научи ценить это мирное время. Будь милостив к нам, вразуми. И доведи, Господи, до желаемой пристани. И веди навеки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слово Твое писали Святую Библию, святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. И нет в ней ни противоречий, ни лжи, но одна истина. И уже сотни пророчеств, изреченных Тобой, полностью исполнились. Как несчастен человек, который не верит в Тебя, который бесцельно блуждает по земле, ссорится и погибает во зле, и попадает в гиенский огонь, где червь не умирает и огонь не угасает во веки веков. Господи, дай нам понять эти слова, весь ужас, сказанный здесь. Аллилуйя! Будь милостив ко мне, Господи. Прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, во дни и в ночи, и во все дни жизни моей. Ибо Ты благ и человеколюбец, хвала Тебе. Господи, возвысь православную церковь, наполни храмы избранными Твоими, а все лживое, сребролюбивое да будет изгнано Тобою.
Научи нас жертвовать из того, что есть, видеть нищих, убогих, слепых, обездоленных, погибающих, замерзающих и сгорающих. Чтобы и мы им простирали руки помощи, не были бесплодными. Господи, слава Тебя! Ты дал нам закон. И когда люди познают его, они говорят, какой великий и мудрый народ, у которого такой Бог. Слава Тебе! Я умоляю Тебя, Христе Боже наш, коснись сердца молодых людей, которые еще не знают Тебя. Открой им истину целомудрия Твоего, чтобы они берегли свое девство, хранили себя от этой бездны греха, из которой никто не выйдет без Твоей помощи. О Боже, слава Тебе! Хвала Тебе! Имя Тебе всемогущий и всюду присутствующий, Бог, которому нет места и причины, все собой наполняющий, не имеющий образа и ничего человеческого. Ты, Господи, не имеешь никакой страсти, и только по человечеству Христос жаждал, алкал, уставал и плакал. Хвала Тебе! Но этого Христа уже люди не знают, а знают прославленного, воскресшего и вновь грядущего на облаках с силою и славою великою. Аллилуйя! Мы просим Твоей милости. Там, где находимся, найди наших родных и близких, которые не познали Тебя. Посети болящих, страдающих. Благослови руки врачей, дабы мудро использовали свои знания. И научи нас из болезни извлекать пользу, и впредь быть осторожными, ибо страдающий плотью перестает грешить. Слава Тебе! Ты сам сказал, кто болен, да призовет пресвитеров, да помажет его елеем и помолится над ним. Ты оставил таинство для церкви. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный! Дивный наш Спаситель Господь, благодарим Тебя, ибо нет такого Бога, как Ты, любящего свое создание и посылающего все необходимое для Него. Аллилуйя! Господи, возвысь народ Твой, который Ты избрал в Аврааме и потомков его, да будут они благословенны Тобою. Сохрани нас от поношения этого народа. Тебе, Господи, слава! Тебе хвала, Тебе, Господи, честь и поклонение, и славословие, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, пошли добрых свидетелей Твоих, проповедников, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы все познали Твою любовь. Только любовь спасает этот мир, а гнев и злопомнение уподобляет дьяволу каждого человека. Боже, сколько людей, которые находятся в этом рве тьмы и погибели, извлеки их оттуда. Открой им истину Твою. Мы просим Тебя, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Господи, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, он успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови.
Ты единый вечный Бог, хвала Тебе. Господи, пошли добрых делателей, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем яви Твою любовь, которую Ты принес нам с неба, дабы люди любили Тебя, Творца, всем умом, всей крепостью, всей душою, всем разумением Твоим, а ближнего, как самого себя. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его, Иисуса Христа. Привет, батя. Слава Тебе, наш Господь! Хвала Тебе, милосердный! Найди новые души, которые находятся во рве погибели, избави их от разврата, прелюбодеяния, убийства, сребролюбия, табакокурения и наркотиков. Мы есть храм Твой святой, тело наше, в которое Ты сказал, придем с Отцом и вселимся в них. Духом Святым освети этот народ. Отец, найди новые души. Господи, помилуй и пощади. Мы предстали перед Твоим величием, чтобы восславить Тебя. Ты, Господи, достоин всяческого прославления. Ты сотворил небо и землю, солнце, луну и звезды, и все растения, и животных, и птиц, и рыб. Все отдал человеку, дабы он славил Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Ты не оставил нас сиротами погибающих. Ты послал с неба Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который вочеловечился через Деву Марию и проповедовал нам путь жизни. Ты благий, человеколюбивый, многомилостивый и долготерпеливый. Слава Тебе! Хвала Тебе, Господи! Соделай каждое жилище храмом Твоим, чтобы всюду звучала молитва благодарения, славословия. Возвысь, Господи, святую православную церковь, патриарха, епископов, священников, паству, вразуми, наставь, даруй духовное рождение свыше. И исполни благодать Духа Твоего Святого. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе, милосердный. Аллилуйя. Господи, закрой уста, свидетельствующие о греховном, и открой уста, говорящие о великой славе Твоей. Аллилуйя. Кроме Тебя, Господи, нет иного. Ты ждешь каждого человека, чтобы он принес покаяние. И Ты сказал, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, слава, честь и поклонение! Аллилуйя! Благодарю Тебя, мой Господь! Слава Тебе, Боже наш! Хвала Тебе! Найди новые души! Расторгни узы их! И сквернем с себя оковы их! Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят, душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю,
и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь волниту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услыши молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет поругание, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Ты единый всемогущий Создатель. Ты даешь смысл жизни человеку, чтобы человек искал тебя, примирился с тобою. И через покаяние, через принятие Христа своим Спасителем получил жизнь вечную, ибо Ты умер за грехи каждого человека. Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Можно? За все, что есть у нас, мы благодарим и славим Тебя. Дедушка. Ты Бог, любящий свое творение. Ты посылаешь все необходимое для его жизни, чтобы он славил тебя. И где мы сейчас, Господи? Из этого рва погибели, тьмы и беззакония, разврата и бесчинства, от пьянства и наркотиков, от злодейства извлеки многие души. Здесь погибают дети. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ибо время приближения суда Божия настало. И каждый ответит за свои поступки. И какое горе ждет человеку, который соблазнил другого на грех. Хвала тебе. Слава тебе, милосердный Создатель. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. О, Иисус! Аллилуйя! Слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Я знаю, что Ты услышишь меня. Ты обещал принять молитву нашу. Найди новые души и спаси их. Ты единый, вечный, всесильный, всемогущий Бог. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя за свет нового дня, которого никогда не было во Вселенной. И мы не знаем, что ожидает нас к концу дня. Но Ты не допусти, Господи, чтобы душа наша была покинута Тобою. Прости нас. Пощади нас, Владыка. И не по делам нашим поступи, но по милосердию Твоему. И не нам, но имени Твоему дай славу. Хвала Тебе, наш Господь. Единого Святой Троицы, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Приносите жертву правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам Бога, благо. Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились.
спокойно ложусь и сплю, ибо Ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности. Аллилуйя! Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед Тобою и буду ожидать, ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. И, Господи, сколько людей здесь погибает в прелюбодеянии, в блуде, в пьянстве, в разврате, во лжи, в табакокурении и наркотиках. Найди их, Господи, не дай им погибнуть в этом безумии. Пошли к ним добрых свидетелей Твоих, проповедников. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Нечестивые не пребудут перед очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие. У Тебя, Господи, не водворится злой. Нечестивые не пребудут перед очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты, Господи, погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их отвергни их. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, и возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать. И Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие, Господи, имя Твое. Аллилуйя! Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Аллилуйя! Аллилуйя! Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омывая ложе мое слезами моими, омочаю постель мою, и сохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою. И пусть настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем. Подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал.
Сон людей станет вокруг тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его. Приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Бог в нечестивый изощал неправду свою, был чреват злобой и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю тебе, Господи, по правде твоей, и пою имени Господа Всевышнего. Аллилуйя! Хвала тебе, наш Господь, и слава! Честь и поклонение, слава и благодарение! Давид прославлял тебя на кимвалах и орудиях многострунных. Соделай, чтобы и ныне все музыкальные инструменты прославляли тебя, а не утешали тщеславие человеческое. Господи, пошли добрых свидетелей твоих для тех, кто не слышал благой вести, и для отступников. Аллилуйя! Хвала тебе, наш Господь, слава тебе, единому вечному Богу. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь.